Здравствуйте, друзья! Вот так вот растут у меня перчики, совместная посадка огурцов и перца. Честно вам скажу, я очень сильно расстроился. Так даже сказать, что я сильно расстроился, это не сказать ничего. Мало того, что моим перцам досталось от моих экспериментов по применению ростовита, рассада была не очень супер, как говорится, но в принципе терпимо. Высаживал, когда я немножко... Это моя ошибка полностью, потому что я очень-очень плотно посадил огурцы и перец. Ну, сажаешь это маленькую рассадку. Огурцы я высаживал тоже рассадкой каждые полметра. И в итоге огурцы заполонили все. Перец после этого, конечно же, вытянулся. Вот на улице перец в открытом грунте растет намного лучше. И в том году был намного лучше сладкий. А в этом году на этом месте растет острый перец цицак. И не только цицак. И выглядит он в разы лучше и более урожайный. В теплице у меня под огурцами за счет того, что солнечный свет плохо проникает, он у меня очень сильно вытянулся. Просто вытянулся на... 1,20 м, те сорта, которые должны быть 70-80 сантиметров, они вытянулись под потолок. Но они тянутся к свету. Ну, сказать, что урожай пострадал в плане от этого, это ничего не сказать. Урожая нет, там 2-3 перчика. Ну, правда, мы едим с куста, но посмотрите, что происходит вот с перцем, например, вот с этим вот. Вот здесь вот вылез опять огурец, вот он вырос, собака страшная. И как вот после этого вообще... сажать их рядом? Нет, ни в коем случае. Огурцы и перец рядом на одной гряде не сажаем никогда. Не пробуем ничего. Задавит, просто задавит. А будет обвивать, будет угнетать всеми возможными способами. Огурец — это все-таки лиана. С ними, наверное, вообще ничего, кроме других лиан, сажать не нужно. И огурцы нужно сажать немножко поодаль друг от друга с шагом где-то, наверное, метра. Вот эти вот партенокарпические гибриды. В принципе, огурцами доволен я урожаем, а вот перец, конечно же, сильно пострадал. Но за счет того, что я немножко его избыточно посадил, мне, конечно же, его хватит. Но посмотрите, насколько выглядит лучше цицак, чем выглядит перец в теплице. И, в принципе, о чем тут говорить, однозначно огурцы его угнетают, перец, и развитие ему не дают. Поэтому не повторяйте моих ошибок, рядом с огурцами перец мы не садим. Хотя перец любит затенение, я недавно снял только затеняющую сетку, а так практически весь сезон у меня здесь была сверху затеняющая сетка, которая как бы немножко спасала от жары. Сейчас они растут без затеняющей сетки, тоже уже солнце не то, все-таки конец августа, солнце уже не такое яркое, как было у меня, ну, у нас, у всех, конечно же, в июле месяце, когда сжигало, сгорало практически все. Друзья, если вам был интересен и полезен мой ролик о совместных посадках, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы поддержать его. До свидания, друзья, до новых встреч!